Дифтери, как правило, крупные, активные, солнцелюбивые мухи. Наиболее широко они представлены в аридных и семиаридных местах обитания. Дифтери имеет вытянутое тело, покрытое волосками и щетинками. Считается, что длинное тело и жужельца помогают им поддерживать равновесие во время полета с добычей. Взрослые дифтери обоих полов являются хищниками, которые нападают на других насекомых, включая жалящих перепончатокрылых. Обычно они предпочитают открытые и солнечные участки над растительностью степей и лугов, летают над кустарниками и деревьями, обитают на полянах в лесу. Дифтери редко встречаются под пологом леса, где темно и влажно. Для дифтерей, которые охотятся на открытых пространствах, характерен быстрый полет. А дифтери, которые охотятся в зарослях растений, как, например, дифтерь-ястребница, как правило, обладают медленным и бесшумным полетом. Ястребницы Диоктрия – род дифтерей из подсемейства Дазипагонины. Вместе с родами Багартия, Диколонус, Эхтодопа, Эвдиоктрия, Метадиоктрия образуют трибу Диоктринины. На относительно высоком глазковом бугорке располагаются несколько щетинок. Лицо обычно плоское, усики длинные. Третий членик усиков и ариста покрыты короткими волосками. Ноги в коротких волосках или щетинках. Коготки на лапках острые. Рядом с ними располагаются две пульвиллы, длина которых больше или равна длине коготков. Брюшко узкое, иногда на вершине расширенное. Активный лед дифтерей приходится на самую жаркую часть дня. Дифтери характеризуются повышенной активностью и редко проводят в неподвижном состоянии больше 3-5 минут. Пороговые температуры, при которых насекомое становится активным, несомненно, разные для разных видов, но, как правило, они относительно высокие. Наиболее активны дифтери с 10 часов утра до 18 часов вечера. Активность дифтерей, как и насекомых, на которых они охотятся, значительно снижается или полностью сходит на нет при повышенной облачности. Общей для всех видов привычкой является стремление расположиться на солнечном участке, где дифтерь предположительно имеет хороший обзор пролетающих мимо насекомых. С этого же участка дифтерь взлетает, чтобы схватить подходящую жертву. Некоторые дифтери располагаются на открытых ветках, другие на бревнах, камнях или на поверхности почвы. Каждый вид имеет предпочтение к месту посадки и ее высоте над поверхностью субстрата. Дифтерь-ястребница – вид хищных двукрылых насекомых из рода Диоктрия, семейства дифтерей. Длина туловища этого вида насекомых составляет от 9 до 12 мм. Размах крыльев – от 7 до 9 мм. Окрас туловища и сине-черный. Обитают на травянистых лугах и в поросших кустарниках, в степях Европы и Азии. Личинки, как правило, растут в навозных кучах или в разлагающихся органических веществах, но также могут быть в обычном грунте.
Вид обычный, хотя и немногочисленный. Встречается в различных биотопах. Отмечен в экотонах главным образом молодых лесов, хвойные, смешанные и лиственные, на вырубках, густо поросших кустарниковой и древесной растительности, а также на естественных лугах, причем во всех случаях вид придерживается переувлажненных участков. Достаточно часто особи встречаются на листьях осок, рядом с водоемами. Лед имаго приходится на май-июль. Ктыри представляют собой одно из самых многочисленных и широко распространенных семейств двукрылых насекомых. Это достаточно крупные, часто ярко окрашенные мухи. Значение их в природных экосистемах велико, так как, являясь хищниками, они выступают в роли регулирующего фактора численности насекомых, в том числе и вредящих сельскохозяйственных культурам, чем приносят несомненную пользу человеку.